Hello everyone, welcome to a set of tutorials on the structure and function of the vestibular system. In this first tutorial, I'd like to speak to you about peripheral mechanisms of vestibular processing. Всем привет! Сегодня уже четверг, а значит, получается, пятый день эксперимента, где я живу как американский студент. И сегодня, если честно, я себя почувствовала как день сурка у меня, потому что я встаю, занимаюсь какими-то своими делами, потом у меня, потому что сегодня опять мне нужно просмотреть лекцию, мне нужно ее разобрать, мне нужно подготовиться к завтрашней лекции, мне нужно почитать исследование, мне, возможно, если у меня будут силы, посидеть на ДС, потому что оно еще очень сырое, понятное дело, недописанное, потому что я вчера только какие-то основные свои мысли написала. Ну, может быть, у меня такое странное ощущение, потому что нет никакой социальной жизни, какого-то дополнительного социального общения, как если бы я была студентом, но... В общем, по этому поводу я решила немножко разбавить свое бытие. Ну, хотя, на самом деле, в этом и состоит учеба, потому что ты ходишь на лекции, ты их разбираешь, ты готовишься и опять ходишь на лекции. Поэтому, ну, это обычная жизнь студента. В итоге я решила немного развлечься и поработать над своим почерком. В основном над тем, как я пишу на английском языке. Для этого я нашла в Инстаграме почерк, который мне понравился, и просто для начала повторяю то, что написано. Потому что сейчас я пишу маленькими кривыми буковками, которые постоянно пытаются разбежаться в разные стороны. И в итоге конспект выглядит неопрятно, да и прочитать не всегда возможно. А потом делаю такие себе прописи, прямо как в начальных классах, просто и проверено временем. В том же понравившемся видео с почерком я подсматриваю идею с подкладыванием линейки под руку. Оказывается, достаточно удобно. Буквы хоть немного перестают скакать. Хотя у меня и не линейка, а пластиковая закладка. Теперь немного потренируюсь на русском, но здесь у меня уже явный прогресс. Я тренируюсь уже второй месяц, ну или даже больше. Да и в целом левше, мне кажется, удобнее писать печатными, так как я так или иначе постоянно отрываю руку при письме и не могу писать слитно. Заканчиваю с этим баловством и перехожу все-таки к лекции. На заметочку тем, кто не любит грязь в конспекте. Сначала хайлайтер, потом ручка. Сегодня пишу конспект особенно старательно, уже, так сказать, новым почерком. В качестве перерыва я решила разобрать вещи. И хочу сказать, после года использования внешней штанги для одежды, это не для слабых духом. Если в шкаф можно просто закинуть вещи, закрыть и забыть, то тут это не прокатит. Пару раз не повесил правильно или не сложил, и уже бардак. Но уборка уборкой, а лекция ждет меня.
Снова здравствуйте. После перерыва я к вам вернулась и к своему рабочему столу, потому что где-то часов 5 мне опять пришлось заниматься другими делами, но я снова вернулась, и сейчас уже полдесятого, я только села. Но факт в том, что я практически ничего не сделала за день. Я так и не разбирала эту лекцию, хотя она всего полтора часа, но я провела над ней где-то часа три и так и не закончила. Но не в том дело, что лекция очень сложная, просто моя концентрация решила сегодня, видимо, побыть в каком-то другом месте, потому что я прыгала, скакала, то есть я там смотрела пару минут лекции, что-то записывала, и потом куда-то мне нужно было бежать. Я не знаю, куда, но зачем-то мне нужно было это делать. Вот. И в итоге у меня недосмотренная лекция, разбирала я лекцию. У меня огромная глава прочитать. Мне нужно еще конспект разобрать. Мне нужно еще эссе посмотреть. Мне нужно еще исследование почитать. Хотя бы часть его. И это уже полдесятого. И я реально понимаю, что... Ну, вот мой мозг понимает, что это же просто эксперимент, можешь этого не делать. Но, с другой стороны, если я этого не буду делать, это будет нечестно, это будет неправильно, это будет нечестно по отношению к вам, поэтому я постараюсь всё сделать, что смогу за сегодня. Возможно, мне сейчас проснется третье дыхание, не знаю, какое-то. Я все-таки что-то сделаю. Но я очень настроена на то, чтобы все это закончить. А там, кто знает, посмотрим, как оно получится. Конспект закончен, он красив и информативен, но теперь еще нужно ознакомиться с конспектом на завтрашнюю лекцию. Кстати, поначалу мне кажется, что я опять ошиблась с главой учебника и уже обрадовалась, что ничего не нужно читать. Но профессор дал подробный конспект с четкими темами, и после более пристального сравнения с темами в учебнике я с грустью признаю, что читать придется. Не смогли от меня спрятаться вкус и запах. В итоге, дочитав эту несчастную главу, я признаю капитуляцию и отправляюсь спать, чтобы завтра опять учиться.